получилось, что я действительно сумел поучаствовать в создании этого турнира, в его рождении. Я очень надеюсь, что он станет традиционным. Я со своей стороны приложу все силы того, чтобы мой друг ни в коем случае не утратил своего энтузиазма. И более того, не утратил возможности проводить такие турниры. Не забывайте, это все-таки не только энтузиазм, но и еще кое-что. Я безумно благодарен Вадиму Малахатько за то, что он на самом деле выступил реальным организатором. Он показал, как это делается, как это организуется и так далее. Простите нас за любые накладки, которые сегодня могли произойти, вчера могли произойти и так далее. Мне, ну, у меня лично чрезвычайно позитивное впечатление, как у участника, как у организатора, который, разумеется, шастал тут везде вокруг, в курилке, выпивалке, значит, и вот так вот по всем комнатам, кто как играет и так далее. И искренне надеялся, что всем тоже вот здесь вот понравится это